Представители юридического сообщества заинтересованы в том, чтобы выборы прошли честно, прозрачно и с соблюдением норм закона. Поэтому Ассоциация юристов России выступила с предложением создать корпус наблюдателей за чистые выборы. И мы предлагаем всему молодому юридическому населению Брянской области поддержать нашу инициативу, вступить в корпус наблюдателей, прийти 4 марта на избирательные участки и проследить за ходом голосования и за подсчетом голосов.